Спасатели вторые сутки ищут пропавшего 60-летнего рыбака на озере Чистом в Омлюцком районе. Предположительно, мужчина утонул. Такую версию озвучили на брифинге в департаменте ПЧС. Поиск результатов пока не дал. Ситуацию осложняет большая площадь водоема. Об оперативной обстановке за прошлую неделю материал Айгири Мукановой. Мужчина вместе с 11-летним внуком отправился на рыбалку на озеро Чистое в Омлюцком районе. В лодку подросток не полез, остался на берегу. Но дедушку с рыбной ловли он так и не дождался. За помощью мальчик обратился к рыбакам по соседству. Те нашли только лодку. Лодка была не перевернутая, но самого гражданина, который занимался рыбной ловлей, его нет. Но теперь нужно будет... Наши спасатели, естественно, с раннего утра 1 числа приступили к поисковым работам. На сегодняшний день пока результатов нету. Осложнений поиска нету, только имеется в виду, что площадь поиска большая. Возможно, находившийся хозяин лодки не закинул якорь, и лодку могло элементарно от того места падения возможного отнести. За прошедшую неделю в регионе спасатели зарегистрировали 47 происшествий. Два человека погибли. 27 октября в 22:45 по адресу проезд Февральский 2Б произошел пожар в частном жилом доме. Ликвидировали огонь спасатели только через час. Площадь возгорания 40 квадратных метров. На месте огнеборцы обнаружили тело 47-летней женщины. Также в этом день же у нас в Эртауском районе, вблизи села Эртау, получается, на месте карьера ТО, как считал строй недра, произошел пожар у нас в передвижном жилом вагончике. На месте пожара было также обнаружено тело мужчины 60-го года рождения. Причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи отопления. С начала года в регионе произошло более 550 пожаров. 76% из них в жилом секторе. В огне погибли 42 человека, пятеро из которых дети. Основные причины возгораний – неосторожное обращение с огнем и замыкание электропроводки. Спасатели рекомендуют североказахстанцам быть внимательнее и соблюдать все меры пожарной безопасности. Айгири Муканова, Жулдызбек Ермуканов, новости МТРК.